В Рязанской школе номер 11 прошел традиционный день без сквернословий. Старшеклассники, участники волонтерского отряда «Добрые сердца», рассказали своим однокашникам о том, что матом с молоду ругаться – дело неблагодарное. Да и взрослому человеку не солидно как-то использовать в своем лексиконе острые словечки. Кроме того, ребята раздавали ознакомительные брошюры. Настя, что ты говоришь, что Раиса не говорит с матом? Я говорю, что делаешь, так нельзя делать. Ну, просто я сама вообще не ругаюсь матом и считаю то, что ругаться матом – это отрицательная черта характера и вообще речи у человека. С учениками младших классов волонтеры провели открытый урок, на котором в игровой форме ребятне показали, как некрасиво выглядит грубый, невоспитанный человек. Когда подростки идут к подросткам и говорят о том, что это плохо, как раз это наиболее такой вот момент, он весомый и значимый, потому что дети прислушиваются в первую очередь к своим сверстникам. И поэтому, да и сами волонтеры, для них это очень ответственно, для них это очень важно, и готовясь к данной акции, они в первую очередь как бы подключаются не только сами, но и подключают круг своих подростков. Поэтому вот мы стараемся бороться вот такими путями, чтобы дети сами детям, своим сверстникам говорили о том, что это плохо. Проблема культуры общения в нашей стране стоит достаточно остро. Молодое поколение должно осознавать, что грамотное владение речью – это показатель общей культуры человека и его развития. Поэтому владение русским языком, культурой речи, постоянное ее совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять достойное место в обществе, быть достойным гражданином своей страны, пользоваться уважением окружающих. Посему подобного рода акции и уроки крайне полезны и важны.